Ариару, мои маленькие любители, покушать, и мы начинаем. Микрофон, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Я не знаю, что сейчас делать. У меня есть вариант грузить сейф. Есть вариант их встречать вот здесь вот. Хотя половина идет сюда. Так, ладно. Рассредоточься, Пельмени, иди сюда. Босс, где? Босс, не дремлет, иди сюда. Сионер, помогай боссу. Речан, у тебя чан, иди сюда. Это лучше дверь встань. Пиола сюда, Синя сюда, Нет сюда и Спиди помогай сюда. Да, муфла стреляет, ладно. Пофиг на муфла. Не проходи сюда! Все в индюшатник, быстро муфала, все не муфала. Все в, в индюшатник. Почему ты здесь топчешься, муфала? То есть они решили все с одного... Окей, ладно, если все с одного, то... Ты сюда, босс. Сюда вставай. Спиди вставай в этот. Ты вставай. Сюда, в принципе, иди сюда. Атакуем все вместе, дружно. Нет, стой тут, стой тут. Все дружно атакуем его. Так, теперь все дружно атакуем того, кто здесь стоит здесь. Иди, отойди. Ты по своей, по спиде стреляешь. Пиола, встань сюда со снайперкой, пожалуйста. Есть вариант сделать ход конем. Спиди, зайди сюда. А чё у тебя? Тебя куда попали? Спиди, иди отдыхай быстро. Быстро отдыхай. Замечательно. Так, вот снимаем боевой режим. Пельмень, вот в максимально быстром темпе строй эти больничные кровати, потому что сейчас нужно будет... Так, вот сейчас вот работай над проектом. Да, потому что это все нужно будет. Потом тебе нужно будет... Ну, ты понял меня. Тебе нужно будет все это разрешить. А, это тоже тебе нужно будет разрешить. Это тоже разрешить. А также нужно будет сделать еще одну стену из гранита. Чтобы они даже не думали сюда соваться. Два щенка хаски в итоге погибло, да? Шедевральную кровать поставил, да ладно тебе. Спиди, ляг сюда. Босс, пожалуйста, займись лечением. Грузовые контейнеры? А, с пласталью, замечательно. Пельмень, чем сейчас занят? Отдыхай. Я тебе сказал, доделай в процессе у него, доделай все. Джесс, ляг, отдыхай. Пельмень, ты меня бесишь. Доделай все, потом спи. Все, замечательно. Так, это мы забираем. Все, теперь пельмень, можешь хоть обоспаться. Вот это, кстати, надо будет разобрать. И нужно будет построить копию вот здесь вот. Две штуки. На случай операций. Да, геморройно, конечно, геморройно. Это было очень опасно, на самом деле. Давайте пока мы вот эту всю линию запретим. Я серьезно не понимаю, почему они... Давайте вот эту дверь полностью мы разберем. Понимаете, я вот в приоритете надо будет разобрать эту дверь. А также нужно будет сделать здесь вот дверь. Тоже в приоритете. А, Бибосс, ты можешь? Ты же живой, муфла. Чё, в смысле перенести муфла в саркофаг? Ладно, это крайне странное, типа, странное желание. Джордан, ты сможешь перенести, пожалуйста? Все, замечательно, теперь и больничная кровать тоже. Чем сейчас пошел заниматься пельмень? Мне пофиг на брозью. Пельмень, чем пошел заниматься? А, дверь, да, дверь нужна. И она всегда открыта, пельмень. Сделаю ее сразу. Да. Джесс, выжившая, полностью здорова. Так, по питомцам, что у нас есть? Пастбище. Муфала будут на пастбище. Зеленых муфала, вот они все, да, замечательно. Ёшки все в индюшатнике, все нормально. О, у нас даже наш пельмень завершил за создание, увеличение, точнее, нашей комнаты, и это будет, это очень замечательно. Пельмень, займись сначала, да, прилететь вот этим вот куском, потому что не хотелось бы, чтобы у нас была часть просто вот пространства. Стоять, я вроде изучал создание, но я изучал, да,
бронекуртку, бронештаны, бронекуртка. Из чего делается? 50 тканей, 70 стали, один компонент. Скорость ковки, ремесло, бронекуртка. Да, сделаю. У меня на бронекуртку все хватает. В принципе, я могу ее сделать 10 штук. Это будет очень замечательно, если все это сделается. Также, вот эту вот область я расширяю. Вот эта область у меня расширяется аж до таких размеров. Давайте вот так вот сделаем ход конет небольшой. Вот, так вот, вот таких вот размеров. И вот так вот ее расширяем. А вот это все мы расширяем вот до таких размеров. Все замечательно. Меня устраивает расположение вещей на складе. Также мне не нравится то, что у нас тут очень мало растет нашего хмеля. И его желательно бы побольше нам сделать. Но пока делаем, что можем. Так, босс, ладно, ты возьми оружие. Все, убегай сюда. Убегай, босс, убегай. Бери теперь свое обратно оружие и все, можешь жить мирно. Это тоже можно на дверь держать открытой, потому что нас его тоже не нужна. Какая у нас большая область теперь, вот можно для всяких органов хранить, и это замечательно. А также у нас нужно построить еще медкровати. Пока есть возможность, я думаю, все вот это вот надо переделать из дерева. Для начала, чтобы это все меньше горело, я думаю, сделать это все. Сейчас я покажу, каким образом. Нужно сделать покрытие тут особое. Нужно сделать 2000 у нас мрамора. Поэтому делаем из мрамора. Из мрамора мы делаем вот это все. Застилаем мрамором. Затратно, но без этого... от этого не избавиться никак. Как же я раз за тебя муфало то, что ты полностью здоров. Смотрим на тебя. Что у тебя? Здоровье. Зависимость, ломка 54%. Я понимаю, что у тебя ломка, и я хочу тебя излечить от этого. Мультианализаторы изучились. Это не может не радовать. По изучениям, это, по-моему, в производстве находится. Теперь у нас доступны мультианализаторы, если я не ошибаюсь. Технология. Но пока нам нужно изучить, скажем, телевизор не пусть изучается. И я должен сейчас найти мультианализатора. Вот они, мультианализаторы. Есть пластали. Пласталь нам нужна для них. Я забыл совершенно о ней. Нам нужна пласталь. Она же где-то валялась в огромных количествах. Здесь вот она здесь является. Также нужно из разного построить хотя бы. По-моему, один. Одного на два хватит, да. Мультианализатор. Просто она как-то несимметрично. Не особо симметрично стоит. Мне это не особо нравится. Предлагаю вообще разобрать это все. Потому что зачем они тут лежат. А также я предлагаю сделать так же, как я делал там. То есть вот таким вот образом. Раз. И таким вот образом переставить надо вот сюда два. Блин, пожалуйста, займись вот этим и вот этим. У тебя есть дебаф за то, что сон на холоде темно? У тебя нет дебаф темно и все замечательно. Так, ага, я вижу то, что у нас здесь построилось. И нужно сделать покрытие из гранита непосредственно. И вот таким вот образом. Есть. Раз, переставляем два стола. Несимметрично получается, ладно. Я понимаю то, что это все нужно, это все необходимые вещи были, но предлагаю сделать сразу сюда стол большой. Такой вот большой стол. Но прежде чем его сделать, его нужно сделать шикарным или самым лучшим. Построить копию вот так вот. И пока мы запретим их сделать. Типа, я хочу построить стол вот таким вот образом примерно. И сюда еще один стол. Сюда как раз их два и влезет. И будет замечательно. Только для этого придется, наверное, дверь из гранита убрать, но неважно. Они все в бронекуртке надеваются, потому что у нас бронекуртки делаются. Это шедеврального качества. А это пуховик. Шедеврального качества, господи, не пугай меня так. Лис охотится на недюшек. Сеня. И Джесс. Ага, Джесс занята. Пельмень, иди помоги Джессу. Пельмень, иди помоги Сене, говорю Джессу. А, все-таки решил уйти, да? Ну ладно уж, уйти так уйти, я чё, против что? Так, я предлагаю, всё-таки, у нас, я смотрю, у нас индюшек много. И давайте уменьшаем область с индюшками. Индюшатник. Аж до таких размеров. Вот эту часть нужно будет снести. И также нужно будет вот эту область уменьшить хотя бы до вот таких вот размеров. Типа, этого за глаза хватит на яйца. Испортилось? Почему испортилось-то? 17 градусов, ну да. Тут должно быть тепло, нет? 39 градусов, камон. Окей, ладно, и еще надо будет вот эту походу снести. Лень, короче, у тебя работа, непочатый край, давай вот с этого начнем. Также вот это вот надо будет дверь держать открытой. Лень, пожалуйста, справься с этим.
Кто у тебя по здоровью? 60%? Да, это будет долго, но... Все-таки давай выпустим. Нечего тебя здесь томить. Тем более, я думаю, мне кажется, это будет глупым занятием просто брать и держать человека в заперти. Примерно, ты можешь заняться... Да, мультианализатором займись, пожалуйста, это очень важный проект. И вот эти вот двери меня очень бесят, потому что через них постоянно ходят туда-сюда, и их надо держать открытыми. Пожар. Бздыть. Так, ладно. Пожар где? Тушить, всем тушить, срочно тушить, потому что это... Разгорится все сейчас, чертовой матери. Молодцы. Насчет проводки, что у нас там? Энергия. А, все, проводка нормальная. Плевое дело. А, ее поранило. Окей, у нас теперь энергии нет почему-то. А, энергии нет, потому что ветрогенераторы сейчас стоят, и они не способны просто вырабатывать необходимое количество электроэнергии для того, чтобы питать всю базу. Ладно, понятно. Почему у нас только он включен, я не понимаю. Потому что его надо выключить давно было. Мы теперь можем двигаться дальше, потому что у нас теперь есть мультианализаторы. Высокое производство. Исследуем. У нас мясо все закончилось, мы питаемся отныне простыми блюдами. Ну ладно, что ж теперь поделать. В принципе, можно лениться циклоид, но он недоступен для нас. Сейчас бы трубы не помешали. Бум-крысы остались, которые очень невыгодны для использования в плане... В любом плане. Кабаны. Очень много кабанов. Их можно взять и приручить. А потом просто взять и забить. Их забить, а не на них забить. Какой злой. Торговцы оружием были на связи. Почему я не в курсе? Сейчас автосейв будет того же. Я глупо сейчас поступил, очень глупо, я не следил за этим. Наверное, так я и вороню все этот момент, потому что я порой не успеваю за всем следить, и да, это было глупо с моей стороны, ну ладно. В смысле неподходящая температура условий? Я не понимаю, что значит подходящая температура условий, типа что? Я понимаю, что значит, типа, хорошие температурные условия, блин. Тут 17 градусов тепла, тут 16, типа, камон. Давайте я сделаю такой же склад, вот здесь вот. Копирую настройки, устанавливаем настройки, этот удаляем. А здесь вот так вот ставим, типа, и ставим здесь дверь. А также нужно будет вот этот отполировать. Желательно. Не обязательно, но желательно. Да, кабаны это важная тема, поэтому 22 градуса. Я думаю, все-таки из-за того, что холодно, они не приручаются. А чё я мучаюсь? Вот эту всю область, вот это раз, два, три, можно засадить хмелем. Даже по сути... Пофиг, что здесь засаживать. Можем засадить здесь хмель и все. Кстати, питомцы, кабанихи. Кабанихи вот так вот забиваются все. Тут 35 градусов, типа. Если здесь не вылупится яйца, то я не знаю, что делать. Давайте мы постелим здесь синий ковер. Ну, синий, мне хочется здесь ковер постелить. Хочу и постелю. Кто мне мешает это сделать? Никто. Поэтому я беру и стелю. Все, отстаньте от меня. Ладно, пускай изучается. Какая картофель? Нахрен мне картофель твой? Мне сейчас нужен хлопчатник, хмель. Пускай здесь будет хлопчатник. Еще кабаны, да, и пусть будут кабаны. Типа на улице 17 градусов, потому что уже зима. Класс. 14 декабря, скоро уже весна и будет замечательно все. Я рад за то, что ты приручаешь. Очень сильно рад, что ты приручаешь кабанов и кабаних. Еще одну. Пельмень, будь добр, займись вот этими проектами. Тем более дерево у тебя есть, и его дофига, поэтому можно. Так, это какое у нас прочее хорошее качество? Мне нужно шедевр. Сделай шедевр, пожалуйста. Грузовые контейнеры полетели. С чем у нас? О, мясо. Мясом слона. Неплохо. Так, замечательно, у нас теперь есть область, где мы можем хранить органы, и есть область, где мы можем хранить медикаменты в больших количествах. Пчела. Просто проходит мимо пчела. Ну почему бы нет? Гроза, класс. Ударь мне еще в деревянную мою постройку, и будет очень шикарно все. Почему вы сюда носите, хотя у вас тут приоритет высокий? Ну, максимальный. То есть я копирую все настройки буквально сюда. Но ставлю приоритет максимальный. И туши животных запрещаю. Почему вы отсюда сюда не носите? Типа, блин. Принести. В чем проблема? Да, синий ковер смотрится нормально и также прибавляет красоты. Безденежный речан.
А то, что солнечная вспышка была, и ему изучать нечего, это нормально. Также, кстати, нужно будет вот этот все выровнять, чтобы все было покрасивее. Красивее, я же правильно сказал? Ты же в курсе, что тебя это никто не заставлял делать, да? Ты сейчас просто на индивидуальной основе пашешь как конь, я не знаю зачем. Пожар? Господи, почему пожар начался? Почему так меня пугаешь, а? Чем? Это даже не домашняя область, поэтому не бойтесь. Я смотрю, пельмень один уже не выводит, и ему нужно помогать. Кстати, у нас тем временем ткань закончилась. У нас скоро урожай хлопчатника будет, поэтому я даже не боюсь, не переживаю особо. Да, они прожорливо кушают одуванчики, это... Не могу сказать, что печалит, но и не радует точно. Работать над дверью, и вот, пожалуй, я сделаю, уберу, так, игнорировать крышу вот так вот. Хотя нет, не игнорировать, убрать крышу вот так вот. Синий стрелковый азарт, мне нравится это. Так, смотрим, по яйцам 76. Так, ты индюк? Индюшка, окей. У нас 3 индюка, одного надо забить. Так, нет, возраст 4. Возраст 8, старого забиваем. Плодотворена, вот у нас 2 претендентки на то, чтобы снести яйцо. Я надеюсь, это будет очень скоро. Блин, почему ты пошел заниматься? А, забиваешь крышу, да? Неплохо, ладно. Сейчас я хочу посмотреть на результат. Алкоголь. На веселье. Толерантность к алкоголю. Толерантность, если я все правильно понимаю, типа тебе на него пофиг. А, то есть у тебя, ага. В принципе, ты у нас особо не работаешь, тебе нужно только с алкоголем, ты тестируешь, так сказать, сорта алкашки, которые ты делаешь. Редкий трумба. Так, давайте мы... Так, сейчас. Все сюда. Джесси Джордан сюда. Сейчас будем мясом запасаться на зиму. Сеня сюда. Я надеюсь, сейчас они пойдут в киллбокс и будет счастье. Так, нужно сейчас их закайтить, а это все лучше сделать со снайперской винтовки. Давай иди сюда. Так, не туда попал. Попал, но не туда. Ты, в принципе, попал. Беги сюда. Беги, беги, беги. Сеня, беги. Сеня, беги. Атакуйте все одну. Саня, иди сюда. Так, все, еще одну атакуй. Атакуй. Это замечательно. Спасай. Все, разбежались. А ты добей трумбу. Приручать мы ее не собираемся. Где наш Ричан? Стоп, нет, кто пошел спасать? А, вы две девчонки можете спокойно. Вот идеальное ты место выбрал, чтобы поесть. Спиди нужно лечение. А почему? Потому что Спиди дурак и забыл полечиться. Окей, ладно. А, Джесс, разделай, пожалуйста, трумбу. Замечательно. Торговые маяки. Ага. То есть нам тут раз не хватает, и буквально... Да, тут вот не хватает его, одного. Замечательно, построим. В чем проблема? Ладно, не животное. Почему вы голодаете? Потому что вам не хватает всего, да? Ну ладно. На самом деле... Кабан, убейся. Область. Не могу я так, индюшатник. Не могу я, чтобы они голодали. Вот хоть тебе не могу. Хоть тебе не могу. Пусть вот... Так, надо сделать вот эту всю область посадки, под посадки. И будет здесь расти одуванчики. Я предлагаю, знаете, что сделать? Расширить область таким вот образом. Тут удалить. Копировать настройки, установить настройки. Построить копию. Тут, во-первых, будет жарче таким образом, а во-вторых, мы сможем увеличить область под посадки. Это раз, а во-вторых, нужно будет сделать, увеличить индюшатник аж до таких размеров. По
пока у нас не будет нормальной области. Тут хотя бы не смогут питаться. И нужно, чтобы пельмень занялся этим как можно быстрее.